Только что мы закончили консультацию с клиенткой, у которой 50 тысяч подписчиков. И сколько выхлопов в деньгах? Ноль. Почему? Потому что все подписчики были практически собраны с такой движухи, как giveaway. Товарищи, giveaway не работает. Вот честно, когда вы заказываете giveaway, платите энное количество денег, неважно, 20 монет, 30 монет, 2000 монет, неважно, это не работает. Особенно, если вы на странице что-то собираетесь продавать. Запомните одну вещь. Количество подписчиков абсолютно не влияет на количество денег, которые вы можете заработать в блоге. Если, конечно, подписчики не собраны правильно. Если подписчики собраны правильно, то есть неважно, органическим или таргетированным способом, при том, что у вас будет 500 подписчиков, вы будете хорошо зарабатывать. Не ведитесь на всякие вот эти сообщения, что каждый день у вас будут лайки и так далее и тому подобное. Не ведитесь на это не работает. Я вам больше скажу. Только что клиент, которая у меня была, она на меня даже не подписана. Не то, чтобы лайки не ставит, она даже не подписана. Количество подписчиков не равно количеству денег, которые вы можете заработать. Это раз. Во-вторых, поставить лайк и купить не одно и то же. Поэтому не ориентируйтесь на эти показатели.